котенок. Автор Ирина Бидная. На улице один сидит котенок рыжий. Сидит и плачет он. Никто его не слышит, не подойдет, не спросит, что тот котенок просит. Не ел ли он сегодня, не пил ли молока. Ах, что поделать с этим, такая уж судьба. Но может, кто увидит среди огней витрин, что на земле котенок сидит совсем один, возьмет его с собою, накормит и напоит, погладит, приласкает и у себя оставит. Пусть каждый котенок в этом мире будет счастливым.